турбиною прям катается. Так, что здесь у нас? Нива. Нива, вот это интересно сейчас. После этой жести, если по правильной стороне поедет, то... С кубика у Криса. Кубика лучше, кубика блокировки. И тут все проходное. Это бешено. Да я уже понял. Куда ты поехал? Ёпты, попробуй тебя оттуда вытянуть. Блин, что же они... Ну они мне понял, берегут участок. Видишь, отворот. И этот туда же. Красавчик. Красавчик, пока красавчик. Опа! Не красавчик. Он стрелял. Да. Я думаю, можно нам не ехать, наверное, да? Не, надо ехать. От маньяки. О, бачишь, пельмени работаем, молодец. Паритов включи. Ага, не включили. Где? На ней? 80. А, 80. 80. 80. Ты блокировки не включил, понятно. Фонты не манят. Владик, привет, мне выпали веревкой. Бутик, а патрол чем вытянулся? Бутик, выйди на связь. Андрюх, выйди на связь. Андрей, выйди на связь. Андрей, выйди на связь. Укроп. Пиздец. Андрюха! Андрей! Неверный номер. Блин, Нива зарылась так, что ее почти не видно, блин, где она, блин. Сколько будет сейчас заезд? Что ли, 2-3? Да? Не, больше. Ванька, вот. Лазу, Ваня, лазу! Хуя. Нет, тут не бедка надо, это уже гробли не выйдет. Стой. Давай, обрывай ее! Давай! Корми ее, обрывай! Давай! Он газует, а тот не тормозит. И спать похоронили. Да, тут... Рус, как ты думаешь, за что он еще? Рус, как ты думаешь, за что он в Прилуки поедет? Не да едет это колесо до Прилук или нет? Какое? Вот то, Нива. Да едет, наверное. Да едет, наверное, да. Ничего, я скажу, наверное. Ай, лежи! Вот это маньяки! Штурман под капотом, блин! Это жесть! Это жесть! Такого джиперское движение еще не видела! Это уже вторая педаль на ниве. Это слабый узел. Это Maiden Прилуки, да? Да. Это жесткие ребята, блин. Педаль газа поломалась.
Сейчас подойдем ближе. Видеосъем. 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 Это жестяк. Кино еще то, конечно. Да, Харт оживил движуху. Побежать в лагерь, давайте. Пацаны, отойдите чуть-чуть. Еще чуть-чуть и вымет. Ох, там нагреб уже спереди. Блин, сколько у него штурманов, блин. Осторожно, руки. Руки убери. Дай назад. Руки. Намотали стропу на колесо. Пусти 80. Паш. О! Ну закрыл, отъедь. Братуха, отъедь. Это реальные маничелы. Слышите, пацаны, это в Прилуках так задумана работа штурмана, да? Да. Это чисто ваша фишка, я понял. За работу штурмана. Первый экипаж на Ниве же тоже так ехал, это с Прилук был, да? Нет. Белая? Это Нежин. А, то Нежин. Ну, в принципе, недалеко города. Педалька. Красавчик. Нива педальку. Ну, вот этот... На днище засилы. Трамблер хорошо. Хорошо, а это... Прикольнее было бы 5 презервативов. У кого что болит? А вы же поняли, если бы не сломалась педалька. То ты всех бы порвал, да? Нет. Макс. Крису только, Крису уступил бы только. Макс. Так, началось. Продолжение. Так, с фуранером пусть до финиша и едут. Нормально. Пола, не понял, у них 8 человек штурманов сразу на все Прилуки в каждой команде эти штурманы. Можем лебедиться сами, в принципе. Сами лебедишься, отдельно считают. То есть тех, кого выдернули отдельное время, кто сам залебедился. Все равно же что-то надо лебедиться. Нет, якорь дают, но считают, кого выдернули, это одно, кто залебедился, это другое. То есть. Так все равно дольше потратить.